1 марта в Краснодарском крае отмечают День спасателя Кубани. Человек героической профессии. Так говорят о людях, чья служебная деятельность напрямую связана с каждодневным риском. Заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов поздравил спасателей. Хочу от имени главы муниципального образования Сергея Павловича Сергеева и по поручению его поздравить всех вас, кто связал жизнь с защитой людей от природных и техногенных бедствий, с Днем спасателя Кубани. Желаю здоровья, счастья и удачи в этом благородном деле на служение России. Почетными грамотами и благодарностями главы муниципального образования город-курорт Анапа ценными подарками наградили отличившихся в службе спасателей. Участники встречи вспомнили самые яркие случаи своей практики. Профессия спасателя трудна и опасна, как принято говорить, для настоящих мужчин. Неважно, где произошла природная или техногенная катастрофа, или возникла любая другая внештатная ситуация, угрожающая жизни людей. Отряды спасателей немедленно отправляются на помощь. Алина Гумерова, Станислав Фалько, Анапа регион.